Алло, Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? Я по Чего делу. тебе? Я по делу. А? Я по делу. Какому? Какому? Это вот новый Яндекс браузер же вышел, да? Чего? Новый Яндекс браузер вышел. Это мне такие речи не интересуют. Как он вам? Как он вам? Первый раз это слово слышу. Как первый раз? Мы с вами вчера разговаривали по скайпу. Вы мне окно открывали и показывали мне Яндекс браузер. Чего? Мы с вами вчера разговаривали по скайпу. Ну? Вы мне вчера окно это открыли. И Чего? Яндекс. Мы с вами вчера разговаривали по скайпу. Ну? Вы мне открыли окно скайпа и показывали Яндекс браузер, как он работает. Нихуя я никому ничего не показывал, и у меня обыкновенный телефон. Чего несешь? Нет, погодите. У вас же на рабочем столе значок Яндекс браузера. Чего? У вас же на рабочем столе значок Яндекс браузер. Никакого у меня рабочего стола нету. Вы мне вчера показывали окно скайпа. Ничего я никому не показывала. Ну как, у вас же в скайпе ник Валентина2232. Чего 2-2-2-2? У меня обыкновенный русский телевизор, ребенок, мать, и телефон. Больше никаких скайпов у Нет, меня нет. нет, это не телевизор и не телефон, это скайп, программка такая. Ах, программа такая. Да. Я обычно НТВ смотрю. Нет, нет. Вот Яндекс браузер, говорят, он быстро страницы просматривает. Серфинг там быстрый. Это правда? Я просто Ничего хотел. я не смотрел, я НТВ смотрю. Нет, это браузер. Какой маузер? Браузер. Иди ты нахуй. Нет, нет, нет. Да. Валентина Петровна, что там насчет Яндекс браузера-то? Чего? Я вам вчера звонил насчет Яндекс браузера, вы вчера трубку кинули. Какого спрангера? И нахуя он мне нужен? Нет, Яндекс браузер. Я этого слова не знаю. Как не знаете? Просто волчи, не знаю, да и все. Вы же мне вчера по скайпу показывали Яндекс браузер. Чего я кому показываю? Чего ты несешь, ебена мать? Нет, нет, подождите, у меня просто такая проблема. Я Windows переустановил, и у меня теперь как компьютер чистый, файлов нету. Один Internet Explorer, а он медленный, вы сами знаете. Ничего я в компьютерах не знаю, у меня срода его не было. Нет у вас? Нет, это никакого компьютера у меня. И нахуя он мне нужен? А вы не знаете, где дрова скачать? Не знаю, чего качать и как качать. Нет. Качайте без толки. Нет, нет. А как дрова... Дайте ссылочку на дрова на видеокарту. Такую целочку, ебаная тварь. У старухи целку какую спрашивает. Ебнулся, блядь. Ссылочку. Ссылочку на дрова видеокарты. А то я хочу... Я твоих ебаных слов не разбираюсь, нахуй ты мне нужен. Ладно, Валентина, давайте с вами по ICQ спишемся тогда сегодня. Чего? Давайте сегодня с вами по ICQ спишемся, а то вы что-то какая-то неразговорчивая сегодня. Я каждый день буду такой. Давайте с вами по ICQ спишемся. Ни с кем я списываться не собираюсь, и отъебитесь от старухи. Подождите, вы ВКонтакте есть? Чего? ВКонтакте есть? Я вам заявку Иди кину. ты нахуй с каким-то контактом, ебёна мать. Ладно, ладно, подождите, Валентина Петровна. Алло. Да. Нет, это, ну правда, что там насчет Яндекс браузера? Алло.
Я тебе сказала, сука, ебаная в рот. Мне твой язык не нужен. Ладно, Валентина Петровна. Я хотел себе новый ноутбук купить. Как думаете, сколько железа надо брать? Ой, опять. Ты знаешь, хуйню еще где-нибудь неси, но не мне. Как не вам? Вы же программист. Чего? Вы же программист. Я программист, что несешь-то? Да вы мне вчера по окну в скайпе открывали, Яндекс.Браузер показывали там, то, что у вас железо на 5 гигабайтов. Никому я еще не показывала! Показывали. Еще обещали ссылку кинуть в контакт. Ты чего несешь-то? Ты чего несешь? Как что я несу? Мне даже видеозапись... Ты чё-то уйди! И с ним побеседуй. Зачем? Чтобы он определил, нормальный ты или нет. Валентина Петровна, а вы в новую Call of Duty Black Ops 2 играли? Ну, видал, что несет. Играли? Пошел на три буквы. Ну почему? Потому. Давайте с вами хотя бы в Counter-Strike сыграем. Ага. Чего это ты все со старухами играть собрался? А я люблю постарше. А? Я люблю постарше. Да? Да. Старух полюбил? Очень люблю прям. 90-летних. Да. Прям аж зубы сводит. Вот к психиатру ты иди и расскажи ему, что старухи тебя прельщают. Он тебя подлечит. Ну зачем? Чтоб был здоровым, подлечит. Ну что вы такая злая, Валентина Петровна? Я к вам за помощью обратился, а вы... Я не врач. Психиатру иди, а я не психиатр. Кстати, Валентина Петровна... А как антивирус бесплатно скачать? Качай только без меня! Ну почему? Ну, видишь, ёбнутый, блядь, на всю катушку. Ну, Валентина. Что вы врете-то? Вчера мне показывали окно скайпа. Вот Яндекс.Браузер новый, там серфинг быстрый. Смотри, что я скачала. Ты что, охуел? Чего я тебе показываю? Я сроду никому ничего не показываю. И никого в дом не пускаю. И ни с кем не разговариваю. Хуйню несешь! Вы мне вчера окно в скайпе показывали. Окно... Чего я показывала? Чего несешь? Окно в скайпе. Какое окно? В каком скайпе? У меня нет никакого скайпа. Есть. Нету! Не, есть! У вас там логин Валентина 222. В каком аппарате-то? Ну как в скайпе. Нет у меня скайпа никакого! Ну мы же с вами вчера разговаривали насчет Яндекс.Браузера. И насчет того, то, что вы мне поможете дрова на видеокарту скачать. Я помогу тебе чего-то качать! Да. Ну, ёбнулся, иди к психиатру, сука, ко мне не приставай. Ну, почему?